В бесконечно грязном, меркантильном мире ты найдешь что-нибудь прекрасное. Вечно жалуясь на задницу в Инстаграме, подпишешься, в комментариях напишешь, что класс. Алигьери писал про ад, скорее никогда не видев порнушку. Ад — это когда футболист табурет. Спасибо хотя бы, что не с клюшкой. Я слышал, поэт от Писаки отличается смелостью мысли. Тогда, если там наверху кто-то есть, подай знак поскорее. Жизнь кончается быстро. Ведь с каждой минутой время сильнее сужается. Забавно смотреть на людей, утверждающих, что смысл любовью считается. А может, так оно и есть? Но насчет этого стоит задуматься. Ответьте мне лучше, кем мне завтра проснуться, и о чем все же фильмы Кустурицы. Набор вот таких вот моментов посещает меня ежедневно. Я все же творец эмоций, не смысла. Но жалко, бесконечности не считается время. Поток наших мыслей теряется. Понимаешь, что все ограничено. Хотя... там надо задницу новую лайкнуть. Этот день, понимаю, бессмысленно. Конец.